Ну вот, мы продолжим нашу популяризацию антологии формы. В прошлый раз мы поговорили об некоторой исходной точке и о том, какую первую форму получает предмет. Это форма данности. Он только дан, и этим исчерпывается все определение предмета. Теперь можно рассмотреть некоторые детали, некоторые сложности, соответственно, которые возникают при таком понимании предмета. Во-первых, из того, что изменилось. Предмет, поначалу становившийся в форме и бывший в сущности ничем, теперь становится чем-то равным себе. Без дальнейшей детализации, что это? Просто равное себе. Это им получено от формы. С другой стороны, чтобы быть равным себе, хоть каким-то определенным, он должен быть конечным, он должен быть ограниченным, он должен быть дан по сравнению с чем-то. В общем, должна быть какая-то граница у этого предмета. Но откуда может эта граница взяться, не очень понятно. Потому что форма данности не позволяет нам различить два предмета. Не позволяет нам сказать, что вот один предмет определен, потому что он ограничен другим предметом. Здесь возникает такой разговор, один из возможных разговоров о том, как эта определенность все-таки может, о ней можно говорить. Разговор следующий, что это некий ограниченный предмет на фоне. Причем фон в данном случае это то, что актуально не воспринимается. Поэтому вот фон в данном случае некоторое такое нестрогое понятие совершенно. Но важное противоречие здесь состоит в следующем, что, с одной стороны, предмет этот равный себе, просто данный. И из этого простого равенства в себе, простой данности, никак не следует то, должен он или не должен быть ограничен. С другой стороны, мы понимаем, что чтобы быть чем-то, нужно быть определенным, нужно быть конечным. У этого должна быть граница. Но какова эта граница, не очень понятно. Вот. Ну и разворачивает эту ситуацию Олег Михайлович, привлекая материал историко-философский. Мысль следующая, что именно вот эта сложность, привнесенная формой данности, объясняет те точки зрения, которые возникают у Фалеса и его учеников. А именно, все есть вода, и вроде бы есть только вода, есть только вот это данное, еще Фалес не располагает никаким понятийным аппаратом, никакой предварительной истории развития мысли, он не может это выразить никак иначе, кроме как просто сказать, что есть вода. Но если есть только вода, то тогда вода теряет свою определенность. Она как бы исчезает даже в качестве воды. Чтобы остаться водой, она должна быть ограничена чем-то. А чем? Здесь совершенно непонятно. Ну, я бы сказал, здесь как бы переход от бесконечного предмета к конечному предмету, это на самом деле переход от одной формы к другой форме, да, прежде всего. Что когда мы говорим о бесконечном предмете, то мы просто имеем в виду, что предмет есть, да, как бы форма, предмет, форма равна самой себе, а предмет становится в форме, и поэтому предмет, он просто есть. Да, вот нечто, не говорится о том, какой он в своей определенности, и поэтому он бесконечен. Он бесконечен в смысле того, что он не определен. И вот эта вот неопределенность, это такая же определенность, как апперант, да? Апперант – это тоже нечто неограниченное, нечто неопределенное. Угу. И вот когда возникает следующая форма, да,
как форма определенности, то она как раз по сравнению с первой формой отличается тем способом, что первая форма она является чем-то безграничным и неопределенным, а вторая форма является чем-то конечным и определенным. Причем вот здесь слово «определенный» она имеет специфическое содержание. Дело в том, что когда мы ведем речь о форме, то ограничение чего-то неопределенного, да, мы понимаем как определение. То есть определение понимается в каком-то смысле как пространстве. Есть бесконечное пространство, если в пространстве выделить какую-то форму, то вот эта форма будет определена. Но когда мы говорим о воде, да, вот когда мы говорим о том, что вот это вот, мы говорим, все есть вода, имеем в виду, что все, то есть вот это вот неопределенное, да, вот этот предмет бесконечный, неограниченный, да, что он на самом деле есть вода, то мы имеем в виду, что вот он сведет к чему-то определенному и ограниченному, а именно воде. Но вот это определение вода, она же не дана нам в пространстве. Это же вода как некая определенность. Как вот водянистость, да, там жидкость, как это, некая стихия жидкости, она же не нечто, а пространство. То есть на самом деле, когда мы говорим о том, что определенность есть определенность, понимаем в метафоре определение как ограничение пространства, это только метафора. И поэтому нельзя эту метафору накладывать на соотношение воды и как бы вот этой неопределенной стихии апера. То есть надо понимать, что определенность возникает, конечно, путем ограничения, но это ограничение не только пространства, но как бы в принципе любое определение есть, как там говорит Спинозу, всякое определение есть ограничение. Да, в этом смысле. Но это ограничение в том числе и сущностное. Что если у нас есть некая неопределенная стихия, хотя и стихия, которая становится некоторой равной себе формой, то мы, переходя к новой форме, получаем, опять же, равную себе форму, но вот эта вот стихия, она становится определенной. А именно, например, водой. То есть я понимаю вот этот переход именно так. Поэтому я не знаю, почему здесь требуется, чтобы рядом с водой были какие-то другие стихии. Разве это требуется? Ну, просто если вода в качестве стихии ничем не ограничена, ничем не ограничена, то тогда она утрачивает свою качественную определенность. И тем самым... Знаешь, ты вот ограничение понимаешь в пространственном смысле. На что я указываю? Да нет, не обязательно. Например, вот красное. Вот мы видим только одно красное. Но мы же видим красное независимо от того, определенно ли оно в конкретной фигуре, или оно просто размазано по всему пространству. Сама краснота никак не зависит от того, как она пространственно локализована. Да, но есть же гегелевское определение. Определить, значит ограничить. Правильно, но ограничение нельзя понимать только пространственно. Вот когда мы говорим о красном, когда мы говорим о неком качестве, то это ограничение понимается пространственно. Так я полностью согласен. Не надо понимать ограничение только пространственно. То есть, если вода находится в некоторых берегах, то тогда все в порядке. Нет, в принципе, если для нас... Понимаете, какая штука? Если данность... Вот что получил предмет от формы? Равенство себе и форму данности. Это некоторая данность. Но помимо этого в предмете еще обнаруживается нечто, что формой в него не вложено. А именно его качественная конкретность. И вот это соединение двух... То есть ты считаешь, что качество приходит и от предмета? Я думаю, что как раз качество, что в предмете ничего нет, кроме становления. И любая форма, в том числе и форма качества, все это работа формы. То есть, иначе говоря, получается так, что вот есть некого рода хаос, и форма, как вот, если такая, можно метафору такую понимать, как бы вырезает из этого хаоса те определенности, которые она сама составляет. Как вот как в глине, да, там раз, и что-то из глины можем сделать. Эта глина совершенно... не сопротивляется действию этой формы. Да? То есть мы можем делать все, что угодно. Точно так же здесь, когда форма взаимодействует с предметом, предмет он сам по себе никакой определенности не имеет. То есть он, может быть, имеет, как мы вот говорили, потенциально. Но актуально всегда, всякий раз, всякая определенность есть определенность формы.
Я с тобой полностью согласен. Я тоже всей душой стремлюсь удержать вот эту вот изначальную интуицию, о которой мы в прошлый раз отчетливо сказали, да, что форма есть определенность, а со стороны предмета становление. Там никакой определенности нет. Но просто мне кажется, что вот в итоге вот этого полагания первой данности, вот в самом итоге, форма обнаруживает следующее, что она точно понимает, чему является причиной в этой форме данности. Она является причиной равенства предмета себе. Вот просто равенство себе. Как бы, можно такими словами сказать, да? Вот то, что раньше изначально предмет был чистым становлением, чистым движением, то здесь он, это движение остановилось. То есть предмет стал? Да, предмет стал. Но в этой ставшести, как бы, форма может различить, что ее рук дело. Это равенство предмета себе. Простое равенство себе. Но помимо этого простого равенства, мне кажется, форма обнаруживает в предмете, что он не просто равный себе, что он какой-то определенный равный себе. Хорошо, и вот это откуда? Со стороны формы действия или это определенность самого предмета? Вот это остается непонятным. Я сначала сказал, что это пришло со стороны предмета, и ты меня тут же схватил за руку, что так думать значит противоречить исходной интуиции. Окей, постараюсь сказать это как-то более аккуратно. Может быть, эта аккуратность больше состоит в следующем, что в этой данности она оказывается двусложной. Во-первых, оно равно себе, во-вторых, оно определенное. И вот то, что оно равно себе, форма понимает, что она причина этого равенства себе. А вот является ли форма причиной вот этой конкретности, этой определенности, вот эта форма еще не знает. И из-за этого возникают вот все трудности, которые у этих физиологов древних, да, из-за чего они перебирали стихии, что вроде бы это чувственная данность, это данность. Но в то же время она чувственная. То есть это одновременно и какая-то предельная абстракция, с одной стороны, а с другой стороны это предельно конкретный чувственный опыт. И вот именно соединение этих двух несоединимых штук порождает внутреннее противоречие и напряжение в этом результате. Ну, потому что они пытались быть имманентными на самом деле. То есть они не пытались переносить понимание мира нечто извне. Они хотели изнутри мира как бы понять, как он устроен. Они брали какую-то часть мира, как бы, и возводили ее в понятие. И тем самым, как бы, то есть возводили то, что мы называем форму, там, возводили ее в форму и говорили, что это и есть форма. То есть, должно было бы быть по-другому, наверное, да? Должно было бы быть так, что форма обнаруживает себя везде. То есть любая равная себе сущность, любая определенность, она на самом деле и формальна, то есть форма пронизывает все. Потому что на стороне предмета это только становление, только хаос. Потому что в противном случае, если размышлять иначе, например, как Кант размышляет, то, что на стороне предмета есть некая качественность. Да, вот. У Канта же как получается, что как бы у нас с нашей стороны приходят формы, и формы они являются, они взаимодействуют с некой материей, которая приходит со стороны вот вещей в себе. Да? И, то есть на самом деле на стороне предмета вот есть некое вот это вот то, что мы воспринимаем в ощущениях, да, вот есть нечто такое, что приходит. А в данном случае здесь более последовательная точка зрения. Конечно же, со стороны предмета что-то приходит. Но мы никогда не можем выразить, что это такое. Мы можем говорить только о том, что оно есть и в виде хаоса, в виде некого становления. Потому что всякий раз, когда форма обнаруживает уже ставшесть, то всякая эта ставшесть является неким формальным действием, то есть некой формальной активностью. То есть форма всегда обнаруживает только саму себя. И всякий раз, когда она это исследует вопрос, она никак не может ничего другого обнаружить. Она имманентна как бы в этом отношении, да? Для нее вот ничего трансцендентного нет. Форма всегда существует внутри формы. То есть как вот, можно было так сказать, что мышление всегда находит во всем мышлении.
Потому что не может она выйти за рамки мышления. Точно так же и здесь. Форма всегда находит форму. Ничего внешнего для формы нет. Но здесь как бы можно было бы такое выдвинуть возражение. Зачем тогда вообще предмет нужен? Почему форма не может быть просто созидать мир, да, из ничего? Как бы вот была бы одна форма, да, и материя была бы ничто, вот как абсолют действует. Да? Абсолют производит мир из ничего. В каком-то смысле в нашем разговоре это получалось бы так, что вот есть форма, и форма и сама из себя производит все. Все и тождественность производит равенство самому себе, и определенность, и все прочее. Так вот, для конечного существа, каким является наше сознание, мы не можем так рассуждать. То есть, на самом деле, разница между вот абсолютным сознанием, абсолютной формой, которая взаимодействует с предметами, и разница между конечным сознанием, конечной формой, то есть нашей формой, именно и состоит в том, что для абсолютного сознания ничто, никакой обусловленности нет вообще, то есть предмет – это просто ничто. А для нас, на самом деле, некая обусловленность есть, только мы не можем каждый раз понять, в чем она состоит. Мы только, потому что каждый раз мы обнаруживаем вот эту свою силу формы, да, вот это власть формы всегда, каждый раз обнаруживаем. Хотя мы понимаем, да, вот как-то интуитивно, что вот эта обусловленность есть. И вот, кажется, вот ситуация именно такова. Если бы мы говорили о том, что форма полностью созидает мир из самого себя, то это бы означало, что мы стали на абсолютную позицию, что, в принципе, недопустимо как и является некоторого рода методологическим просчетом. Поэтому здесь все-таки присутствует это ограничение, связанное с тем, что мы разговариваем о конечном сознании. Мы не говорим о творении. Ну да. То есть, с одной стороны, мы понимаем, как бы, что пока мы не все в этом опыте данности можем объяснить его происхождение. Мы можем только объяснить как бы само равенство предмета, его происхождение в форме. Каким образом производится более дальнейшее определение, оно непонятно. Вот, ну, у физиологов, кстати, сразу были попытки об этом помыслить, которые там свидетельство этих попыток, то, что у Фалеса говорится, что не просто все есть вода, а все из воды и в воду. То есть он не отрицает тот простой наглядный опыт, что есть конечные предметы, что есть столы, стены, дома и другие предметы, которые, в общем, явным образом не вода. Но он объясняет их место тем способом, что они лишь приходящие моменты. Что вот этот вот стол – это всего лишь момент превращения из воды и исчезновения в воду. Ну вот, может быть, более точно это сказано у Анаксимандра, его ученика, вот в первом пространном отрывке, единственном, кажется, который сохранился от этой школы, там его по памяти я процитировать не смогу, но там смысл в том, что конечные вещи, они как бы приходят в бытие, но они при этом приходят в бытие как должники и исчезают в силу своего долга. То есть они что хотят сказать? Они хотят сказать нам следующее, что вот они не отрицают как бы вот эту вот конкретность чувственную, которая усматривается в вещах. Но они ее объясняют тем способом, что это, так сказать, неподлинное существование, неподлинное бытие, в отличие от подлинного бытия, которого сводится к чистой данности. Вот в их формулировке там к воде, к воздуху или к аперону. Дело в этом. Но мне кажется, сейчас важным только зафиксировать, что эта трудность, она возникает здесь непроизвольно, не случайно. Она возникает, ну вот, здесь просто необходимым образом. И историко-философские свидетельства, вот там эти вот экскурсы, которые Булат тоже делает, они это подтверждают.
Единственное, что, может быть, я еще раз бы акцентировал, что действительно коренное отличие от нововременных точек зрения здесь состоит в следующем. Эти нововременная точка зрения наиболее выпукла, в данном случае, я считаю, сформулирована у Канта. А именно у него получается, что мир или предмет, говоря нашим сейчас языком, воздействует на мышление. Вот ничего подобного точка зрения Олега Михайловича Наговицына не допускает. Нет того предмета, даже в форме вещи в себе, который бы воздействовал на мышление. Предмет лишь становится. Лишь он никак не может воздействовать на мышление. Вот мышление, форма, может на него воздействовать. Вопрос только в том, чтобы проследить то, как это происходит. И вот это противоречие того, что в простой данности себе обнаруживается и равенство себе, и некоторая конкретная чувственная определенность, она будет разъяснена, видимо, в следующей нашей порции. Там уже пойдет речь о указывании. Надо было бы еще одну вещь проговорить, да? Связанность определенности – это определенность одного. Дело в том, что понятное дело, что когда мы говорим о определенности, говорим о некой ограниченности, это все-таки это разговор один, да и параллельно ему еще как бы существует другой разговор о том, что предмет есть нечто одно. Потому что вот это вот одно, оно одновременно синтезирует в себе два понимания, что предмет равен самому себе и что предмет определен. Да. И как раз вот философия Пармениды, да, где говорится, что все есть одно, вот она как раз именно завершает вот эти, как бы так логически завершает, да, движение всех этих фисиологов. Потому что они пытались все-таки найти некую стихию, да, объяснение того, что к чему равно все. А вот когда говорится, что все есть одно, и как раз найдено то решение, где одновременно самой репрезентации одного мы одновременно понимаем, что одно это равно самому себе, что одно равно одному, и что одно – нечто определенное, потому что само одно имеет некое определение, что это нечто определенное. И вот это вот то, что у нас возникает такая определенность, как одно, будет просто дальше очень важно, потому что дальше будет как раз развиваться вот некоторая количественная логика. То есть, когда мы говорим просто об определенности, мы имеем в виду в том числе и качественную определенность, любую определенность. А когда мы говорим об одном, вот возникает вот определенность количественная, да, и разговор дальнейший у Олега Михайловича идет вопрос о том, как вот эта количественная характеристика разворачивается, да, как она порождает новые определенности. Ну да, да. Но эти детали о том, как это связано вот с исходной двоякостью опыта данного, как произойдет переход к одному, уже к точке зрения Парменида, это в следующих сериях.